Ладно. Всем привет! Hello. Это канал Кофеденс. Мы рады, что смотрите видеореакции вместе с нами. И сегодня произошел камбэк от группы КАРД, смешанной команды. И их клип называется «Бом-бом». И мы давайте заценим эту бомбу. А чисто? Подождите, девушки, да, Опа! Знаете, как же? Даша, давай я так Все нормально? Нет, просто 16. Вот это. Один игрок. О, шашки пошли. О, мужчины пошли. Когда классно выглядишь, ты в костюме и без костюма. Они прям вообще все в сексе делают. Вот я пытаюсь, это мне что-то такое прям напоминает. Думаю, для пати такая музыка вообще классно зайдет. О, это еще не все, это еще не все. Сейчас она всех сожжет. Понятно. Сейчас будет вишенка на торте, подождите. А весь крем фляет у меня. Вот она, вишенка. Еще будет одна вишенка. Аня, спасибо. Сегодня не уснем. Класс. Сексуально. Дерзко. Мне понравилась, она такая в джунглях, такая, я в тропиках, я сейчас вылезу тут из воды. Как тебе дали клип? Ой, 16. Ну, половину я сожгу. Ну, красиво. Костюмы там костюм. Ну, на одном чуваке он то был, то не был. Делала красное платье. Да. Очень интересная тема у самого клипа, такая, ну, действительно, наверное, испанская такая, потому что какие-то мотивчики были такого рода. Понравилась идея с шашками, с огнем, очень красивые цвета в клипе, переходы с танцевальной части в одной локации на другую, прямо. Мне очень понравилась партия, как бы, как понимаете, у кого. Вот, и видно, что здесь как бы акцент на нем сделан, и при этом он очень это вытянул как и по песне самой, так танцевальные. Очень харизматично, да. Все остальные тоже красавчики, но понимаете, то есть король вечеринки.
мне кажется, у них у всех взгляды были просто прям так. Ну да, да, да. Мне кажется, будет сложно, если делать камеры, передать эту эмоцию, которая у них. Мне кажется, они в джунглях надо быть. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Вот. И, конечно же, следующая видеореакция у нас будет 12 апреля. Нет, еще Блэкпинк будет. Ну, Блэкпинк тоже будет. Но будет классная видеореакция 12 апреля. See you next time on 12th of April, because BTS will have come back. Okay, goodbye. До свидания. А по-русски.